Столетний юбилей со дня создания своей организации отметили работники профсоюза государственных учреждений, собравшиеся в Щелковском театрально-концертном центре на свой межзональный областной семинар. На Фабричную улицу в празднично украшенный Щелковский театр приехали профсоюзные активисты как из нашего района, так и из еще 10 муниципалитетов Московской области. Они представляют трудовые коллективы профсоюзной организации, старейшей в стране и одной из самых многочисленных в регионе. Она объединяет в своих рядах более 48 тысяч членов. Мы решаем все задачи, которые поставлены в целом перед профсоюзом по защите социально-трудовых прав. Это по охране здоровья, по охране труда, в первую очередь, это вот вопрос. И, конечно, нас волнует организационное укрепление нашего профсоюза, собственно говоря, на что и нацелены наши все семинары зональные, чтобы услышать, что мы должны сделать, какие мотивационные моменты есть у нас, что сегодня, как мы будем сотрудничать и с депутатским корпусом, потому что многие социальные льготы, решения социальных льгот отданы на регионы, на субъекты. Поэтому вопросов много. В честь столетия образования профсоюза руководителям его районных подразделений на семинаре были вручены памятные медали. Охрана труда – это главный приоритет работы профсоюзной организации, взаимодействие с работодателями, то есть это социальное партнерство, то, что сейчас о чем вам говорили со сцены, и вопрос трудового регулирования на рабочих местах, то есть это правовая какая-то работа. Мы, естественно, занимаемся организацией досуга, отдыха, летнего отдыха работников. Ну, это не то, что было раньше, но все-таки у нас есть скидки, есть здравницы, которыми занимаются и профсоюзный курорт, есть такая организация, и другие организации. Ну, в принципе, вот такая наша работа.